Вы смотрите «Встречи на Рифее». Честный разговор двух неравнодушных людей. В студии Светлана Заболоцких, а у нас в гостях депутат Пермской городской думы Вячеслав Григорьев. Здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав, вы не просто депутат нашего городского собрания. Вы председатель, я считаю, самого беспокойного и хлопотного комитета. Комитета по городскому хозяйству. Ну, всегда найдутся недовольные тем, как убираются наши улицы, наши дороги, как работает та или иная отрасль, значит, коммунального хозяйства. То есть вопросов возникает много. Скажите, вы вот ни разу не пожалели о том, что вы решились и вот взвалили на себя такую ответственность? Вы совершенно правы в том, что вот те вопросы, которыми занимается комитет по городскому хозяйству, они всегда на виду. Их всегда можно проконтролировать, по ним всегда можно высказать свое мнение, ничего не спрятать. Если дорога, она грязная, то она грязная. Если переулок не освещен, значит, он не освещен. Все на виду. Все людям сразу становится понятно и ясно. Поэтому действительно в связке с городской администрацией работы у нас достаточно много. А это правда, что вы делаете такие внезапные, никого не предупреждающие выезды в ту или иную территорию? Это может быть ночное время, может быть вечернее или рано-рано утром, и проверяете, как сработал тот или иной подрядчик. Действительно, мы отработали такой формат, когда мы создавали специальные временные комиссии либо рабочие группы по тем вопросам, которые наиболее значимы для населения, вызывали больше всего нареканий, чаще всего задавались депутатам на приемах по личным вопросам. И год назад мы создали, даже два года назад, мы создали в рамках Пермской городской думы временную комиссию по контролю за состоянием дорог. Председателю Владимир Иванович Плотников, это депутат Пермской городской думы. И действительно, у нас есть там такой формат, когда мы определяем для себя какое-то время, назначаем проверку, то есть у нас там 10 членов этой группы, мы разъезжаемся по районам, делаем это в ночное время, потому что, ну, во-первых, трафик движения меньше, во-вторых, лучше видно, где техника работает, потому что она не сливается с другими транспортными средствами. И всегда можно посмотреть состояние тротуаров, пешеходных переходов, проезжую часть, заужена она, не заужена. И действительно у нас такие проверки случаются, они там не носят никакого там таинства. Просто люди собрались и поехали посмотреть, как убираются дороги. Вот в этом году мы трижды уже выезжали на подобные мероприятия. То есть выезд у нас начинается в 22 часа. Где-то в 23:30-24 он заканчивается. После этого мы собираемся, докладываем ситуацию, поскольку все равно проверка – это вещь субъективная. Вот, мы стараемся, если есть вопросы, документировать эти вещи, да, фотографировать, с тем, чтобы потом не было ни обид ни у подрядчиков, ни у городской администрации. Ну, а когда можно кого-то похвалить, я скажу, что за последнее время таких случаев чаще, такие случаи чаще встречаются, то, соответственно, сказать спасибо подрядчикам, которые убирают территорию. Вот я лично последний раз был в Кировском районе. Я сам живу в Кировском районе и дважды избирался депутатом по одномандатному округу. И, в общем-то, мне приятно было посмотреть, что там на дворе ночь, а выходят подрядчики, совершенно абсолютно не зная, что там я проезжаю на машине, их контролирую, они убирают пешеходные переходы. Убирают потому, что это записано в договоре, потому что так нужно делать. Больше всего в данный момент вызывает нарекания работа управляющих компаний, то есть это дворовые территории. Если улицы, которые у нас первой и второй категории, ну, они, как правило, всегда, за редким исключением, если там какая-то нештатная ситуация, они почищены, межквартальные тоже, как правило, то вот, въезды во дворы, сами дворы оставляют желать лучшего. Где-то управляющие компании, значит, подходят ответственно к этому делу, убирают лед, посыпают песком, делают так, чтобы людям было комфортно, а где-то откровенно плюют. И тут мы переходим вот к тому, что по инициативе депутатов в этом году мы создали контрольную группу по работе управляющих компаний, потому что большая часть вопросов, которые задают жители на приеме по личным вопросам, как раз касается обслуживания там, дворовых территорий, освещения, работы управляющих компаний и так далее. Ну вот у нас на этой неделе запланирована первая
такое мероприятие, вот в Орджоникидзевском районе оно будет проходить. На самом деле мы здесь не хотим работать вопреки, что ли, администрации или против нее, наоборот, это помощь с тем, чтобы нерадивые подрядчики в лице управляющих компаний, те, кто не справляется со своими обязанностями, либо их выполняли, либо уходили с рынка. Угу. Вот вы сказали, что вы дважды избирались депутатом по одномандатному округу в Кировском районе. Вы один из опытнейших депутатов нашего городского собрания. Скажите, какие проблемы ушли вот за эти 10 лет, что вы являетесь депутатом? Ну, действительно, там у каждого человека есть ежедневник, есть какие-то записи. Вот я недавно совершенно случайно наткнулся на 6-й год, когда я первый раз избирался. Тогда была проблема, город был не освещен. Было темно. Соответственно, преступность на этом фоне, что называется, это благоприятные условия, расцветала. Да? Была принята программа «Светлый город», она выполнена. Сейчас, ну, за редким исключением, за редчайшим, и то это частный сектор, где-то там что-то не проведено, такие вопросы возникают. Вот, понимаете, стоит, к хорошему привыкаем быстро, а стоит оглянуться немножко назад и вспомнить, какие проблемы были там 3, 5, 7, 10 лет назад, оказывается, что кое-что сделано, кое-что мы прошли, и какие-то успехи у нас есть. И на сегодняшний день вот мы задавали вопрос по... Администрация периодически отчитывается перед рабочей группой, перед комитетом по городскому хозяйству, какие планы. Ну, действительно, сейчас уже ведется ремонт тех сетей, которые установлены. Планируются какие-то новые объекты. Я говорю, частный сектор. В основном вопросы люди, если задают по освещению, то это частный сектор. Ну, и я думаю, что эту проблему мы, решив для города раз и навсегда, обязаны сейчас контролировать и не допустить, чтобы у нас эта проблема в каком-то виде появилась вновь. А на самом деле у нас есть планы и по дорожному строительству. Вы знаете, что выделена очень крупная сумма федеральных средств, порядка 500 миллионов. Это заслуга фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, где нас представляет 7 депутатов. Такого никогда не было. Это все депутаты-единороссы. И у нас запланировано к капитальному ремонту 18 объектов дорожного строительства в этом году. Кроме того, хочу сказать, что в 2018 году мы планируем, совместно, конечно, с городской администрацией, планируем реконструкцию улицы Героев Хасана, где у нас есть прокол, где всего лишь 2 полосы движения, построить, значит, новый мост, по которому будут проходить поезда. А тот прокол, который есть в нынешнем виде, он там перестанет существовать. И здесь надо отдать должное администрации, которая достаточно четко и быстро сработала, договорившись с российскими железными дорогами, и те компенсируют часть затрат в размере там, порядка 200 миллионов. То есть это деньги, фактически сэкономленные для города. Вы один из активнейших членов партии «Единая Россия». Вы возглавляете исполком региональной партии «Единая Россия». И в то же время вы курируете проект «Наш двор». У нас в этом году уже произошла инвентаризация партийных проектов. То есть какие-то перестали существовать, там, выработав свой ресурс, какие-то признаны руководством и коллегиальными органами, что, значит, либо цель достигнута, либо мы заканчиваем с ними работать. И произведена некая инвентаризация и реформация проектов. И вот на сегодняшний день существует 4 проекта очень крупных. Это городская среда, парки малых городов, театры малых городов и сельский дом культуры. К городу Пермь относится городская среда, проект «Городская среда». И суть его в чем? В том, что на федеральном уровне, в Государственной Думе, этот проект контролируется нашими коллегами, которые являются депутатами Государственной Думы. Под этот проект выделяются федеральные деньги на условиях софинансирования от регионов и от муниципалитетов. И существует цель, задача, она сформирована прежде всего из наказов наших избирателей, с тем, чтобы наши дворы, ну,
обрели новое лицо. Потому что когда там строились дома в 60-е, 70-е годы, ну, какие-то площадки были, но если они были, то они уже там, в силу своей ветхости прекратили свое существование, либо их вовсе не было. Вот есть задача сделать так, чтобы наши дворы стали более комфортными. Под это выделяются деньги. Учитывая, что эти средства бюджетные, контроль за ними будет осуществляться как со стороны исполнительной власти, так и со стороны кураторов, координаторов партийных проектов. То есть корреляция такая происходит, да? И партийных проектов, и городских проектов, да, субъекта. 18 сентября единый день голосования. И, конечно же, партия «Единая Россия», я думаю, не останется в стороне. Во всех ли, вернее, в выборах всех ли уровней намерены вы участвовать, выдвигая своих кандидатов? У нас в 2017 году предстоят очень серьезные выборы. Это выборы губернатора Пермского края, высшего должностного лица, и выборы в органы местного самоуправления. У нас порядка 420 мандатов. Это земские собрания, городские думы и сельские советы. Безусловно, задачей любой политической партии, и «Единая Россия» здесь не является исключением, это обеспечение максимального присутствия в представительных законодательных органах власти. Безусловно, партия «Единая Россия» будет принимать участие, активное участие в выборах, в выборном цикле 2017 года. У нас делегированы полномочия, соответствующие местным отделениям. У нас предстоит процедура предварительного голосования. Вы помните, что первый раз мы в прошлом году проводили так называемый праймерис. Да, так называемый праймерис, но это слово не наше, мы его называем предварительное голосование, поскольку более, что ли, правильно формулируют цель, что люди голосуют для того, чтобы отобрать наиболее, с их точки зрения, правильных и достойных кандидатов. Действительно, у нас в прошлом году проходила процедура предварительного голосования. Она проходила у нас в таком масштабе первый раз. Ну, вы знаете, что колыбель демократии, да, как у нас говорят Соединенные Штаты Америки, откатывали эту процедуру более 40 лет, когда она у них стала, ну, понятная, когда были убраны все шероховатости, на которых люди спотыкались и набивали шишки. Ну, соответственно, и у нас в прошлом году было много вопросов, на которые мы обращали внимание руководства нашего партийного и регионального, и федерального. И во многих регионах это предварительное голосование проходило. Поэтому в этом году уже внесены некоторые изменения в нормативные акты, которые регулируют порядок проведения предварительного голосования. Здесь избирательное законодательство у нас не действует, в этом и сложность. Вот. И, безусловно, и процедура выборов губернатора Пермского края, процедура выборов в представительные органы местного самоуправления будет также завязана на процедуру предварительного голосования. Я знаю, что Николай Иванович Демкин, секретарь партии «Единая Россия» у нас на территории Пермского края, состоялась встреча его с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым. Может быть, дадите какую-то оценку, просто короткую, у нас мало времени, то есть насколько она была продуктивна, конструктивна и так далее? Встреча была точно продуктивна, точно конструктивна. Комментировать, наверное, правильнее ее спросить у Николая Ивановича, поскольку я на этой встрече не присутствовал. Но, безусловно, партия «Единая Россия» будет принимать участие в поддержке кандидата от «Единой России» на пост губернатора Пермского края, высшее должностное лицо. Безусловно, мнение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для нас это однозначный сигнал. Это человек, которому доверяется огромная территория. Люди, у которого величайшая ответственность и перед людьми, и перед государством, перед президентом. Поэтому наша работа будет четко регламентирована. Мы нацелены на победу, на честную, легитимную, убедительную победу. Спасибо большое, Вячеслав, за то, что вы нашли время и пришли на нашу передачу. Вы смотрели «Встречи на Рифее». Смотрите нас каждый вторник и четверг. Будет любопытно.